Что-то у них с наводчиком. У Гульсины снова промах, и это уже опасно. Нарушая диспозицию в расчете, к ней на помощь спешит Ферзаули. Не, ну почему ты говоришь 17? Потому что они на одной линии были. Ну вот, на одной линии, а почему ты тогда на 17 стреляешь? Гульсина не привыкла проигрывать. Она нервничает, и это понятно. На фоне безупречно стреляющих конкурентов она выглядит лузером. И за свои промахи может дорого заплатить на голосовании. Просто она меня спрашивала, я ей как бы давал совет, и все.